Ку, чат, ку, Вова меньше, чем ты. Чего? Это откуда столько? Нет. Скажите ему, что семерка столько не стоит. Откуда? Он бабку обокрал или что? Или он биток вывел? А, он биток вывел, точно. Все получается, можете меня поздравить, я потратил 400 рублей. Че купил, че купил, че купил? Я ж тут мерин свой забирал, алло. Это мой салон. А вон она. Да, да, да. Мне кажется. Порш. Порш, порш, порш. Дрон, брат. Сразу вези ее в тюнинг, потому что мне уже очень понравились эти фары. Я не знаю, как я смогу пройти мимо них, я честно говорю. Я не знаю, я не смогу себя сдержать, правда. Я не знаю, мне Porsche не нравится. Визуально он мне что-то не тянет. Ну какой-то страшненький, что ли, я не знаю. Номер прикольный, кстати. Че оно с номером, погодите, а как оно с номером-то выпало? Он же только купил. А, он бэушка? Понял. Вова для дрона. Ну-ка, че там? Спасибо. Че, это не нравится, что ли, че? Ну давай, скажи, скажи, ну. Дрон, брат. Давай, давай, давай. Сразу вези ее в тюнинг, потому что мне уже очень понравились эти фары. Я не знаю, как я смогу пройти мимо них, я честно говорю. Да не у меня фары. Типа, я тоже скинул в телегу, ждем фары. У меня подземная парковка. Платить 15 тысяч рублей, чтобы у меня машина стояла. Это дороже, чем снимать квартиру, самую лучшую в Магнитогорске. Ну, типа, или я их на монтажную пену посажу. Я не знаю, я не смогу себя сдержать, правда. Так, окей.